Приветствую, друзья! Меня зовут Надя Сербиненко или Надежда Одежда для друзей. И я ведущая рубрики «Топнет». Каждую неделю я рассказываю о самых хайповых новостях белорусского и мирового интернета. Фотки, видео, комменты, дизлайки. Все здесь. Ну что, погнали! А вы в курсе, что теперь ваша квартира – это официально самое лучшее место для занятий спортом, прогулок, готовки изысканных блюд, чтения книг, саморазвития, разбора гардероба, танцев и прямых эфиров? Как, вы еще не в курсе? А вот герои сегодняшнего выпуска ТОПНЕТ уже знают, чем себя занять на самоизоляции. Вот, например, папа и дочка из США показали всему миру, как нужно доверять друг другу. Несколько элементов из чирлидинга исполнены просто блестяще. Тем более, если учесть, что малышке всего 5 лет. Как вам? А вот как проводит время дома российский рэпер Федук. Он еще и неплохой музыкант, на минуточку. В окружении своих любимых собак, сидя за фортепиано, Федя призывает соотечественников оставаться дома в своей манере. Получилось довольно мелодично. Мы дома сидим, у нас карантин. Мой телевизор сказал, мы ждем выходных. А вот знаменитый актер, бывший губернатор штата Калифорния, 72-летний Арнольд Шварценеггер, в своем инстаграме выложил видео, на котором ездит по улицам Лос-Анджелеса на велосипеде. Под видео он оставил подпись «Не забудьте выходить на улицу», но только для прогулок и поездок на велосипеде, чтобы поддерживать себя в форме. Но держитесь на расстоянии от других. В ленте «Железного Арни» недавно появились и его новые питомцы – пони и ослик, Виски и Лулу. Вот как проходит их совместный обед. Джастин Бибер тоже на карантине развлекается как может. Все же помнят такую игру, когда ты представляешь, будто под тобой лава, и ты не можешь ступить на пол. Как раз в такую игру сыграл Бибер. Ну а снимала это действо его жена Хайли. В общем, суперзвезды тоже иногда впадают в детство. А вот топовый сербско-российский актер Милош Бикович в своем инстаграме провел мастер-класс по мытью рук. Сейчас актер находится на самоизоляции на родине, в Сербии, в горах, откуда постоянно проводит трансляции для своих подписчиков. После самого кассового российского кино «Холоп» и успешного сериала «Магомаев» Милош может еще пару лет не работать. Сейчас есть время как раз читать, смотреть фильмы, готовить. Если не готовите, можно научиться. Но в любом случае, мыть руки надо. Ну и шутка-минутка от семейства Кардашьян. Пользователи подписали это видео как «Жизнь после карантина». Ох, сложно будет кому-то влезать в свои узкие джинсы. И на этой веселой ноте я откланиваюсь. С вами была Надежда Одежда. Подписывайтесь на меня в инстаграме, отмечайте на ваших фото и видео, и вы сможете попасть в эфир ТОПНЕТа. Увидимся ровно через неделю. Всем пока!